пооткрывать бэпаки, достать крутых игроков. Нужны монетки? Вы можете найти их у Макса Хантера. Лучшие цены, быстрая доставка. Ссылочка в описании. Всем привет, с вами Ёжик, и настал тот момент, когда мы получаем свои награды за Weekend League. И я с радостью их принимаю, потому что это топ 100, это офигенные награды, это 11 информа. 55-я позиция мира в 4-й Weekend League марта, и мы получаем 125 тысяч монет, 3 пака за 100к и 1 пак, где нас ждут 11 информов, самые сочные. И ребята, команда недели просто офигенная. Я сейчас вам ее покажу, но я думаю, вы уже должны быть в курсе, что там есть Криштиану Роналду и Неймар. Офигеть, это просто жесть. 96 overall skill Неймара и 97 overall skill Криштиану Роналду. Я могу себе только представить, сколько стоят эти ребята и Верратти. Верратти, который очень сильно меня любит выходить в моих паках, это его дело. Есть тут Подольский, Тиаго, Шурле, Пищек. Это просто офигеннейшая команда недели. Пошли, пак за 100к. Без волкаута, пока что. Звездочка на 84, что здесь? О, Караско. Караско в первом паке, 84. Пикарди, Гамейро, Рера, Пирло, Хесней, Милнер. И ничего симпатичного. Куча квиксельных ребят. Второй пак за 100к. Ну-ка. Нет, это вообще провал. 80, а это Хедира. Матип, Настри, Вейналдум. Опять Милнер. Я понял, Гимбеле. Юнтрау. И опять-таки куча квиксельных ребят. Последний пак за 100 тысяч. Ну, можно что-то серьезнее. 86 там хотя бы. 85-84 где-то там. Харт. Джо Харт. Стремно. Дуглас Коста, друзья. Дуглас Коста это... Это 7000 всего лишь. Ну почему все вот так вот? Пак, где может выйти Криштиану Роналду или Неймар. Или кто-то еще. Например, там Верратти тот же, да. Роналду или Неймар. Давай. Роналду, Неймар. Давай. Это не волкаут. Есть! Ёжик самый фартовый! У-ху-ху! Кто это? Это Субашич! Воу! 86! Я просто в шоке! Какое дерьмо! Пищек, Шурля, я понял, и все. Как всегда, как можно давать такое дерьмо, когда там столько хороших игроков? Ну вот почему? 150 тысяч. 80 тысяч плюс-минус, может быть. Вала еще 60 тысяч или 50, посмотрим. Неплохо, 80к, Пулишич. Пойдем сейчас все это продавать, дерьмо. Пищик, это самое лучшее, что мне выпало сегодня в паках. 115 тысяч монет, его стоимость. И всего я получил 530 тысяч монет за эту Weekend League. В принципе, не так уж и мало, но при том, что у меня было 3 пака за 100к, пак с 11 информами, где были Роналду и Неймар, я не знаю, почему так с паками не прет. Таким вот образом выглядит мой состав в данный момент. Как видите, я почти ничего не менял, только прикупил себе Мануэля Нойера Тотти карточку. И все-таки у меня был там лишний миллион монет. Думаю, ладно, попробую этого парня. И более того, я заметил, что Тотти карточки становятся все дороже и дороже. Соответственно, я решил вложить себе миллиончик в Нойера. Потом, если что, его продам. Точно не меньше, чем за 1 050 000 условных. С вами был Ёжик. Если видос вам понравился... Если вам понравилось то, что Ёжик старался, но ему, к сожалению, повезло, можете поддержать видос лайком. Желаю удачи вам в ваших паках, ну а у меня, к сожалению, этой удачи в паках нет. В общем, с вами был Ёжик, благодарю вас за внимание, до встречи и всего хорошего.